Над центром города разорвалась точка У. Она была начинена вот такими кассетами. Внутри находились поражающие элементы. Они разлетелись на километры. Вы видите, вот отверстие. Еще убитых не всех забрали. План был просто, видимо, отомстить жителям республики за то, что они освобождают свои территории. Преднамеренно удар был нанесен по центру города, где находились тысячи мирных жителей. На данный момент цифра среди погибших — это 20 человек. Раненых до сих пор вывозят, точно сказать пока невозможно, сколько их. Работают все службы, которые только есть: МЧС, МВД, Минздрав. Людей вывозят, просто обычные граждане на своих личных автомобилях. Это понятно. Блин, мне... Скорые, все больницы переполнены. Я уверен, цифры вырастут в разы.